В областном центре полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «МАК-2022» задержали подозреваемого в распространении наркотиков. У ранее судимого местного жителя 2000 года рождения изъяли 38 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза установила, что это мефедрон. Оперативникам молодой человек пояснил, что планировал сделать закладки на территории Тюмени. В дальнейшем правоохранители установили места тайников, организованных злоумышленником ранее. Из них изъяли 7 свертков с похожим веществом. Еще 14 обнаружили в квартире подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере». Расследование продолжается.